подходим к выставке, которая проводится под эгидой Дома народного творчества государственного. Это одна из Тольцинских улиц, рядом со школой. И здесь собрались мастера с разных уголков, не только Сибири, но и более далеких. Сейчас мы Наташу, куратора выставки, к себе зовем. Наталья Михайловна будет наш проводник по выставке. Но я не могу не познакомить вас с Полиной Сергеевной. Она прилетела специально из Москвы, из Государственного дома народного творчества, заведует управлением декоративного прикладного искусства. Наталья Михайловна, провожайте, пожалуйста, идите, вы за вами, вы рассказываете.